Всем привет, ребята, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот снова я задержался на работе, а на разводинку времени осталось чутка поменьше. Но что-то сейчас будем делать и посмотрим, что здесь творится. Всем приятного просмотра, с вами Александр, хорошего дня и вот такого настроения. И отстаивается вот артемия на кормежку рыбки, потому что эту банку сегодня перезапускаем. И по икринке тернешки, вот видите, покрылась мхом, вода стала, не молоко, но почти. Надо сейчас промыть губку, и есть здесь, ребят, личиночка. Личиночка плавает, это очень хорошо. Маленькая-маленькая, попробую фокус. Есть. Есть, но не так уж много, но есть. Вчера подготовил вот эти вот нереставички вверху, и надо будет сегодня оставшуюся тернешку забросить на нерест. И попробуем молодежь. Вот эту вот синюю и зеленую. Тернешечку попробуем отнерестить, не знаю, получится или нет, но что-то будем пробовать. Также есть немножко запланированной работы, которую надо сделать. И, ребят, наконец-то она родила. Наконец-то я вот пришел и смотрю, а пузика-то нету черного вот этого. И вот там вон на дне есть немножечко малечка. Сейчас его оттуда будем убирать. И освободится еще один нерестовичок. Есть вот на дне, есть вот вверху. Сейчас увидим, сколько она родила. Меченоску убираем к зеленой второй меченоске сюда. А вот этих малышей, скорее всего, забросим вот к этим. Я думаю, они не поссорятся. Не особо они такие уже и крупные. И вот столько малышей нарожала меченоска. Непонятно, какой цвет, потому что они еще только-только родились и цвета не набрали. Ну, а количество, как сами видите, не очень большое, потому что самочка маленькая, но вот родила вот столько вот зеленых меченосцев. А там посмотрим, кто вырастет с зеленых или не вырастет. И улетели вот эти меченосцы вот сюда вот, в количестве 44 штучки. Перезабрасывал с очком и сразу же подсчитал. А здесь сколько живородочки, даже я сам не знаю. Вот крапчатых два, золотистые подрастают, пару штучек. И вот так вот хорошенько себя здесь чувствует эта живородка. Но я сюда все забрасываю. И я вот смотрю, есть уже такие побольше. Растут, потому что кормлю и артемии, и все даю на свете. Вот даже тернешка выжила, которая была полудохлая. А вот, видите, хорошенько себя очень чувствует. Это когда я вот эту вот всю тернешку пересаживал, вот ту. Одна какая-то была маленькая, я думаю, вот заброшу я сюда. Маленькая она такая, еле двигалась. Но, смотрите, ребят, выжила вот здесь и хорошенько себя, даже очень хорошенько чувствует. Но, пускай растут, а мы работаем дальше. Ну и день подошел к концу, и что я сегодня натворил? Уже пол первого ночи. Я так задержался, скоро жена меня выгонит из дома. Но работа сделана. По неончикам, ребят, тоже подменил у них водичку немножечко. И вот так вот смотрю на самцов и думаю, а как это самки с самками должны были отнереститься? Вот здесь вот есть две самочки, пузатенькие и линия изогнутая. И вот они, скорее всего, из-за этого и не отнерестились, вот эти две пары. Но надо будет убрать остальных неонов вот оттуда и посмотреть, кто где есть. Ну, это по неонам. А дальше освободил вот этот аквариум, вот этот аквариум. Забросил сюда
170 штучек гурами жемчужных и немножко анцитрусов, чтобы они подчищали стеклышки. Анцитрусы такие уже побольше вот с этого верхнего аквариума. И 128 было у меня в том аквариуме. И примерно там 40 с чем-то штучек забросил с этого аквариума. Также малышей. Малышей убрал вот сюда вот. Где-то они здесь плавают, вот маленькие, и пускай они подрастают. Также в этом аквариуме были два, в этом болоте выжили два лялиуса, которых мы отсаживали. Вот один малыш, а второго я где-то вот сюда вот забросил, в это все, в этот хаос. Здесь и гурами жемчужные, и данюшка, и анцитрусы. В общем говоря, много рыбы, надо почаще здесь воду менять. Также освободил три аэрлифта. Это хорошо. Ну и освободилась у меня вот этот вот выростник. И я сюда тоже почистил, промыл губки и забросил немножко рыбки. В этом аквариуме барбусня. А в этом аквариуме скалерожка та, что друг привез, и анцитрус. Также хотел, конечно же, и отсадить вот эту вот тернешку, но уже поздно, и если честно, и нету уже и сил. Но в скором времени эта тернешка тоже уедет вот в этот вот выростничок к скалярии и анцитрусу. Также везде почистил, промывал губки. Это такая буденная работа, и из приятного это кормежка рыбки. Также еще мне одна посылочка пришла с Китая, заказал по приколу. Вот такая вот коробочка, сейчас распечатаем ее и покажу, что это такое. А это медуза. Вот такая вот медуза, ради интереса взял. Что-то там на веревочке, и как-то она плавает, я даже не знаю как. И она должна в темноте светиться, по-моему. Вот видите, как она плавает. Там есть присоска еще и лесочка. И вот эта леска крепится присоской ко дну, и вот такая вот медуза плавает. Вот видите. Интересная штучка, но это так, для баловства. Ну, и она, вот эта медуза, светится в ультрафиолете. Я никак не закажу себе лампу ультрафиолетовую, чтобы людям, которые приходят, показать, как светится Данюшка. Но надо будет ее заказать, и тогда уже вместе с медузой и Данюшкой вот поставим свет в этот вот аквариум. И тернешка светится, и Данюшка. Ну, в общем говоря, это в дальнейшем. И совсем я забыл, что я еще должен отнести тернешку. Вот самочки уже убраны. Их здесь было в количестве 2 штучки. А вот здесь вот я даже не знаю, или это самка с самцом, или... Ну, в общем говоря, там еще 3 штучки. Но она пустая, потому что там было много самцов, и они с нее, если что, выбили икринку. Ну и вот эта тернешка. Вместе с вами сейчас ее и выпустим. Пускай вот нерестится. Завтра посмотрим, отнерестится она или нет. Но я так думаю, должна. Но не факт. Посмотрим. Вот. Последняя работка на сегодня окончена. А завтра... будет новый день, но на разводне меня не будет. В общем говоря, до послезавтра. Еще один день, ребят, прошел не зря, потому что рыбка пересажена. В общем говоря, работа. Но порадовала меченоска, которая долго-долго она не нерестилась, но мы ее выжили и получили немножечко малечков в количестве 44 штучки. Также вот этот прикол с медузой, это, ну, надо будет что-то придумать интересненькое. Ну и рыбка на нерест. Хорошо, что снимаю, а то забыл бы и поехал бы уже домой. Но рыбку посадили на нерест. Также в дальнейшем еще много-много работы, ну и будем смотреть. А с вами был Александр. Всем приятного дня.
вот такого настроения. И пока.